Дедковский музей старообрадництва и белорусских традиций «Мя Шклярова» запустил новый интернет-проект «Асяроддзе зносін». Кожную сераду 15 годин навуковые супрацовники музея будут проводить онлайн-лекции. Подчас прямых трансляций они будут рассказывать про экспонаты Веткаўскага музея и его филиала у Гомелі. Некольки трансляций уже отбылося. Гамельчанам рассказали про особные иконы и иконопис у целом, про элементы и символы на экспонатах. У наступную сераду супрацовники музея расскажут про историю такого символа, как ромб, яка наличивая больше за 4000 годов. Подключиться до трансляции можно у инстаграм-аккаунте музея и официальной группе ВКонтакте. На данный момент мы пока что опробуем эту всю систему, и, возможно, в дальнейшем мы перейдем уже это на постоянную основу, то есть каждую среду будем проводить, опять же, прямые эфиры. Возможно, со временем мы расширим нашу сферу деятельности, это будут мастер-классы, какие-то, опять же, онлайн-видеоэкскурсии, однако сейчас мы ограничились на лекциях небольшого времени, как раз-таки 15 минут.